Всем привет! Паттайе вот-вот закончит свое строительство еще один проект, о котором мы до этого не говорили. Решили мы его заснять по одной простой причине, что застройщик на оставшийся пул квартир предложил очень интересную рассрочку и условия приобретения. Поэтому сегодняшний ролик посвящаем этому проекту, который находится в Паттайе в районе Пратамнак. Погнали! Застройщик англичане, уже есть ряд завершенных проектов, все они находятся здесь же в районе Пратамнак, Кози Бич. Этот комплекс будет сдан в эксплуатацию буквально через полгода. Здесь у нас 15 этажей, всего 121 квартира и порядка 8 планировок. Квартиры идут от 38 до 76 квадратов. Начинаем с самой маленькой, односпальная в 38 квадратов. Так, ну что, самая маленькая квартира в проекте с одной спальней. Пока выглядит все очень мило, квартира светлая, есть обои, много зеркал, но начнем с ней знакомиться. Так, ну здесь сразу у входа идет кухня, плитка, вытяжка, всякие полочки, все с доводчиками, окей. Холодильник, вот всяких вкусняшек нам поставили. Зал. Не знаю насчет раскладного дивана. Но я думаю, это обсуждаемая опция с застройщиком. На 100% поставили нормальный телевизор. Бывает, приходишь, смотришь квартиру, она стоит там 100 тысяч долларов плюс-минус, а там ставят такой телевизор, что по размеру как современный телефон. Но здесь хорошие телеки поставили, даже вот такие выгнутые. Так, сразу заметили все, что есть выход в санузел с общей зоны. А сейчас я здесь пройду. Так. Ну да. То есть и стоят двери раздвижные слайдовые здесь и здесь. В шоурумах их нет, потому что в шоурумах, в принципе, двери не ставят для удобства. Но фишка 100% правильная, удобная. То, что есть два входа. Причем туалет зонирован вот вообще отдельно, а душевая у нас вынесена вот здесь. Ну, не самая стандартная планировка, но, на мой взгляд, удачная. Чем-то напоминает Ривьеру на Вангомате. Мне нравится. Здесь у нас шкаф. Много зеркал. Зеркала, зеркала. Спальня. При такой площади, ну, на мой взгляд, довольно грамотно распределено пространство. И жилую зону сделали неплохую, и спальню тоже, и вот то, что санузел идет, вход со всех сторон. 100% планировка грамотная. Для такой площади 38 квадратов, но сделано очень интересно. По ценам такие квартиры начинаются от 3,5 миллионов бат. Причем, опять же, здесь очень интересная рассрочка на оставшийся пул квартир. О рассрочке, как она выглядит, поговорим чуть позже. В общем, 38 квадратов, 3,5 миллиона бат. Идем дальше. Это у нас угловая планировка, здесь 60 квадратов и две спальни. Опять же, не самая стандартная планировка для Таиланда. Наверное, все-таки ощущается, что владельцы не тайцы, а владельцы англичане, у них свое какое-то видение. Но мне это видение, в принципе, по душе. Ничего плохого сказать не могу. Все опять стандартная кухня. Правда, на мой взгляд, надо было балкон сделать чуть поменьше. И за счет этого увеличить вот именно жилую зону. Ну, сделали зачем-то так. Зал у нас здесь. Вот опять же, сделали бы балкон поменьше, могли бы поставить туда большой стол обеденный, а не делать вот так. Ладно, может быть, это только в этом планировке, потому что она угловая. Тут у нас спальня, судя по всему, хозяйская, потому что есть свой санузел, есть душ и вход только из спальни. Тут у нас маленький гардероб. В квартире просто царство зеркал, все в зеркалах.
Удивительно, что пол не зеркальный. Мне нравится, что квартира очень светлая и не поленились сделать обои. Часто делают просто под покраску или покрашенные стены, или декоративную штукатурку. Тут вот заморочились и сделали хорошие обои. Обои всегда создают уют, ну, по крайней мере, в моем представлении. Опять большой шкаф, спальня, телевизоры здесь на кронштейнах. Да, все двигается. Всегда боюсь сломать, потому что у меня руки это умеют делать. Так, и у нас здесь выход в туалет идет с общей через зал. Здесь опять же стоят двери. Здесь у нас раковина, туалет и душевая. Но сделано все довольно качественно. Все швы. Ну, понятно, что проект новый, но есть такие комплексы, куда заходишь, а там такое чувство, что Равшан и Джамшут делали ремонт, но здесь вообще все клево, здорово. Англичане, что поделать? Такие квартиры начинаются от 5 миллионов 400 тысяч бат. Как выглядит рассрочка в этом проекте? Первое, бронируется квартира депозитом в 50 тысяч бат. Далее в течение там, 1-2 месяцев вы оплачиваете 35%. После этого мы передаем вам ключи, вы можете пользоваться квартирой самостоятельно, в том числе сдавать ее в аренду. А остальные 65% разбиваются в беспроцентную рассрочку на 2 года. Мы поднялись на 14 этаж, здесь будет вся инфраструктура. Будут сауны, спортзал и бассейн. Это еще сейчас в таком сыром виде. Инфраструктура, как правило, делается в конце. Как видите, еще даже остекления нет, ограждения. Страшно здесь стоять. Но мы поднялись, чтобы показать вам локацию. Вот у нас холм Золотого Будды. Слева видно, вон памятник. Это где смотровая площадка, вид на весь город. Сразу же за этими горами пирс Балихай. И вот он, район Кози Бич. Вот здесь у нас сразу за лестницей идет бассейн. Здесь у нас будет находиться спортзал. Пока что тренажерами здесь еще не пахнет, но можно понять, какой отсюда будет вид. Вид просто шикарный на море и на весь Кози Бич. Пока что бассейн выглядит таким образом. Но опять же, показываем его только для того, чтобы вы понимали, какие виды будут отсюда. Здесь будет стоять стеклянное ограждение, поэтому будете купаться и смотреть на Паттайю. Мы поднялись на смотровую площадку, которую только что вам показывали с крыши. Вот памятник адмиралу, на который я обратил ваше внимание. А сам проект находится за моей спиной, вон из-за крон деревьев видно его крышу, где мы только что с вами были. Вот, так что это вот весь район, ну практически весь район Кози Бич вы сейчас видите, там вдали даже видно Калан. А на сегодня я с вами буду прощаться, мы познакомили вас с очередным проектом. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и следить за обновлениями. Всем пока!